Мы уедем к жениху дочери в Милан, если ее портрет ему понравится. Уедете. Я уже приглашала художника. Она его измотала. Не стала позировать. Он не увидел ее лица. Почему она не позирует? Не желает замуж. Вам придется писать без ее ведома. Она считает вас компаньонкой для прогулок. Портрет по памяти? Да. Наблюдайте. Вы сумеете так написать портрет? Я закончила ваш портрет. Ясны ваши взгляды. Девушки в огне.